Так, всем привет. Пришли очередные заказики. Спешу срочно снять, потому что нужно раздавать. Итак, давайте посмотрим. Вот у нас в заказе заварочный чайник. Такая вот интересная штучка. Так, вот такой вот стильненький, да? Так и написано Faberlic Home. Faberlic для дома. Так, дальше идем. Новиночка. Медовый шампунь обеспечивает питание для волос. Всеми полюбившийся уже земляничный гель для душа. Очень яркий аромат. Так, здесь у нас это стики. Антиперспиранты. Так, у меня здесь есть женские и мужские. Женские и мужские. Есть еще роликовый дезодорант, антиперспирант. Тут одна штучка всего. Есть также дезодоранты брызгающие, да, со спреями. Лето у нас жаркое, лето у нас хорошее. Вот два дезодорантика еще есть. Очень хорошо справляются со своей функцией. Устраняют запахи, защищают в течение дня. Поэтому рекомендую вот эти вещи иметь, конечно, каждому. Порошочки у нас по акции. Два порошочка по 400 рублей, так их цена 450, поэтому можно брать пока по акции. Два порошочка у меня. Так, средство концентрированное для мытья посуды. Здесь аромат клубника со сливками. Ваши руки сушить не будет. Вот, очень хорошо вымывается водой, не остается запах на посуде. То есть экологичное средство, никакой химии, никаких вредных веществ в данных нашей косметике для дома нет, поэтому смело пользуемся. Акваспрей, освежитель для воздуха. Здесь у нас цветочное облако, он основан на водной основе, поэтому он абсолютно безвредный, очень яркие ароматы. Вот здесь уже полюбившийся шампунь против перхоти, проверено, это объем большой, здесь 400 миллилитров, отлично справляется со своей задачей, устраняет перхоть, поэтому рекомендую вот прям 100%, даже не раздумывать. Два новых аромата, восточные ароматы, пробники у меня есть, нужно попробовать. Такие вот интересные, да, как будто тут вообще что-то такое арабское. Вот, ароматы яркие, сочные, насыщенные, здоровские такие. Поэтому можно попробовать. Вот, новиночки. Так, красочка для волос. Здесь у нас цвет капучино. 743. Семерочка, то есть тон не такой темный, да, четверочка, троечка, это у нас такие вот коричневатые оттенки с медью немножечко, да, но не такой, не настолько насыщенная медь, вот, ну, такие вот, такой спокойный цвет для волос. Вот, всеми любимые Сенсуэли, здесь у нас 30 миллилитров. Зубная паста детская, средство для духовок и плит, очень хорошо справляется со своей задачей. Средство для ковров и обивок. Концентрированный шампунь для чистки ковров и обивок. Вообще прям здоровская. Вот я мою ковры при помощи Керхера, разбавляю вот это средство, наношу. То есть вообще прям все здорово, все отлично. Все хорошо отмывает. Вот. И здесь у нас гель очищающий для туалета. То есть мы его будем использовать для каменных раковин, который он очень хорошо отмывает. Я обязательно тоже еще выложу про него отдельный пост. Так, а здесь новиночка у нас. Это жидкое мыло для рук малиновое. Очень вкусно. Я уже понюхала его прям. Хочется, если честно, облизнуть. Вот, здесь тоник для жирной кожи, для комбинированной. Здесь мицеллярная водичка для кожи и молочко для умывания. То есть для лица тоже что-то есть, да? Помадка, это стойкая помада для губ, жидкая помада, матовая помада, такой вот оттеночек, вот. Между прочим, сейчас, если заказываешь две штучки, то цена намного меньше, чем обычная.
И здесь вот тоже вот это, я впервые такую взяла помадку, это для покупательницы, вот эту я взяла себе, посмотрю, как она работает. Это глянцевый, там, обещают супер глянцевый эффект. Ну вот, попробую, посмотрю, потом тоже выложу, расскажу. Две тушки, две крутые просто тушки, которые обеспечивают максимальный объем для ресниц, очень хорошо ложатся, не склеивают реснички ни разу. Если какая-то тушка даже склеивает реснички, значит она либо бракованная, либо просроченная уже, либо уже открыли месяца 2-3, она у вас полежала и начинается уже потихонечку где-то что-то она... вести себя по-другому. А так, в новом формате, только что открывшись, туши просто отлично. Они не осыпаются, очень хорошо смываются водичкой, мицелляркой, да, для снятия макияжа, да, мицеллярные водички есть специальные, вот, ну, либо для средствами для умывания. В общем, не раздражают слизистую глаз. Пока что не слышала, что кого-то она раздражает. Такие вот две тушки очень хорошие. Так, здесь у нас щипцы. Кухонные щипцы. То есть у нас даже такие средства есть. Можно открыть. Это можно открыть, посмотреть. Вот откроем, посмотрим. Чуть-чуть пошуршу вот. Оп. И чипчики. Очень при... Вот здесь вот у меня вот такие есть уже. Есть такие кухонные принадлежности, только в виде половника, да. Вот, в виде лопаточек. Это очень долговечные, все очень хорошо отмывается, все легко просто, и то есть, ну, такие, ой, такие вот вещички. Вот, ну, вроде бы все. Если что, пишите, кому что интересно, спрашивайте.